Всем здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с интересной рубрикой. Это рубрика «Эксперименты». Всем здарова! И, ребят, вы только посмотрите, какие гигантские тачки стоят в нашей коллекции. Сегодня мы с Пашей делимся на две команды, а далее выбираем любую машину, которая нам понравится, и будем тестировать ее на водном эксперименте. Сегодня наши тачки должны преодолеть вот эти плавающие бревна и добраться до другого берега. Если мы довозим тачку до берега, получаем плюс 1 балл. Ну а если вдруг тачка утонет, то тогда мы получаем жесткую рулетку с наказанием. И самое страшное для этих тачек — это, конечно же, наказание. Различные наказания: поменяться местами, проколоть колеса, ехать задом. Так что, ребят, сегодня мы будем тестировать именно вот этих гигантов. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком сегодняшнюю обалденную серию, потому что такого еще мы ни разу не тестировали. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, желаю вам приятного аппетита, если вы кушаете. Еще раз повторю, мне безумно важны ваши лайки, тем более вот ради таких гигантиусов. Ну а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видосы, которые выходят каждый день. Ну а мы с Пашей погнали делиться на команды! Ребят, давайте начинать уже нашу рубрику. Тут у нас стоит ровно 16 автомобилей, и значит будет всего 8 раундов. Так что посмотрим, кому тачка достанется сегодня круче. Но выбирать будем на свой вкус. Ладно, Паш, смотри, всегда ты первый начинаешь. Так что сегодня давай я первый начну. И выберу окей, себе хорошо, тачку. Давай. Ну, у меня есть, смотри, два претендента. Это внедорожники. Либо вот этот джип, либо вот этот джип. Либо какой-нибудь, например... Какой? БТР, точно! Он же плавать умеет. Он даже если утонет, он не утонет. Ребят, я забираю себе БТР фиолетовый. Этого цвета идеально подойдет для меня. Давай, что берешь? Это читерская тачка. Да-да-да. Ой, я за пушку сел, прикинь. Бау! Чего? Не стреляй. Давай, что берешь, Паш? Не надо. Так, я думаю, наверное, взять вот этот внедорожник фиолетового цвета. Мне кажется, он по-любому тоже фиолетового цвета. Ну, ребят, напоминаю, если кто-то из нас потонет, то он получает в следующем раунде рулетку с наказаниями. А наказаний у нас очень-очень много. Так что, ребят, давайте. Я еду первый, Паша и второй, посмотрим, давай, кто проедет давай. Лучше. Слушай, у меня штатчики тяжелые, я могу все бревна потопить. Ну-ка, блин, я могу вот так, топим, топим. Давайте расковыряем все бревна, делаешь? Паша. О, идеально, давай. Все, ты не проедешь, Паша. Так, ребят, главное тут дырку проехать. Смотри, я переплыл, а тут дырка. Да тут все идеально. Давайте, ребят, просто вот так влево, вправо, максимально бревна сейчас растопим, Паша. Оп, идеально. Ну, да слушай, это читерская тачка. Повезло, что я сегодня первый начинаю нашу рубрику. И поэтому плюс 1 балл у Джела в кармане. Ладно, Паш, давай, удачи тебе я пожелаю. Все, и давай. Удачи мне, я бам! Бам! Так, и что, сейчас пойдет ко дну, смотрите, ух, пожалуйста, ребят. Пожалуйста, я надеюсь, вроде что я ты проеду. Едешь. О, подожди, у меня же есть пушка в танке. Ну-ка, я пойду за пушку сяду. Нельзя. Хорошая идея, подождите. Пушку, нет! Давай, Паша, давай! Давай, быстрей! Ты успеешь! Давай. Быстрей! Нет, стой! Ладно, чуть-чуть не успел. Жалко. Ой. У Пажи тоже плюс 1 балл, ребят, но мы переходим ко второму раунду. Ну а теперь, ребят, очередь Флейзена выбирать первую тачку. Давай, Паш, две тачки уже вычислились. Чё берешь? Я думаю взять вот этот автобус. Чё? А, я думал, трактор ты хочешь взять. Я уже охренел. На Батибасе поедешь? Да, он крутой же. Ну, не знаю, я бы тебе не советовал, хотя автобусы довольно хорошо едут. Ладно, ребят, давайте возьмем, знаете что? Вот либо вот этот внедорожник полицейский, я думаю, либо вот эту тачку, потому что у нее 6 колес. Раз, они два, три. Тяжелые, 4, ты 5, 6. Блин, вот я тоже думаю, она вроде тяжелая, но вроде колеса-то большие, она должна проехать, по идее. Ну, я не знаю. Рискнуть, не рискнуть. Ну ладно, все-таки нам сегодня все тачки придется тестировать, поэтому, ребят, давайте я все-таки заберу. Рано и поздно все-таки я пришел бы к этой машине. Давай. Я даже не знаю. Мне кажется, это военная тачка, где более русский, как КамАЗ какой-то. Так что он 100% проедет. Давай. Блин, он медленный, как черепаха. Стой, я даже развернуться не могу. Ладно, пожелаю Паше удачи. Ты тонешь? Ты тонешь уже? Нет, тонешь? Я еду. Он тяжелый. Давай. Серьезно? Боже, я как Титаник. Вот это да. Паша пошел ко дну. Блин, ребята, у меня тачка даже задом не едет. Ну-ка, Титаник, моя очередь. Блин, ребят, давай, мне кажется, жалко. Зря я взял эту точилу. Так, бревна. Можно мне бревна, пожалуйста? Раз, три. Погнали, давай. Главное, чтобы я не потонул так же, как ты. О, давай, у тебя рулетка с наказанием, получается, уже есть. Все, ребят. Блин, точно. Да. Надеюсь, у тебя будет жесткое сегодня наказание. Все ой, плохо. А слушай, а бревна-то жестко топятся под этим КамАЗом. Нет. Ребят, давай. Он вообще как черепаха потони. Едет. Давай. О, это не русский, это турецкий КамАЗ. Там сзади, видишь, этот флаг Турции. Реально? Давай, газуй.
газую, ребят, газую, как могу. Давай! Ты, ё-моё, ты же... У меня задние колеса вообще под водой. В смысле? Давай! Давай! Пока! В смысле? Я чуть-чуть не доехал! Это что, я тоже рулетку, получается, получаю? Охренеть, блин! Ладно, погнали крутить рулетку и посмотрим, кто какие тачки заберет для следующего раунда. Ну а теперь, ребят, смотрите, третий у нас раунд получается. Вроде я обрадовался, то, что Паша потонул и наказание получил, а теперь я получил наказание, блин! Вот как так-то? Чуть-чуть не доехал прям до конца, ребят, это жесть! Ладно, очередь получается чья? Моя выбирать тачку, да? Моя, твоя, да-да-да. Моя, подожди, я первый, ты второй, я первый, ты сейчас третий раунд, ты сейчас. А, нет, я сейчас. Ребят, смотрите, получается, давайте заберем, знаете, какую машину? Тоже, типа, внедорожника нужно, но надо думать наперед, какое наказание мне попадется. Я думаю, мне попадется наказание, например, проколоть колеса, и я вот на этой тачке идеально смогу проехать. Так что я забираю полицейскую машину. А теперь, ребят, достаем рулетку и крутим мне наказание. Раз, два, три, погнали! Ехать задом, нет, пожалуйста. Вот главное, чтобы ехать задом не выпало, то это жесть, придется задом реально мутузить. Задом. Ладно, смотри, выбор соперника от первого лица. Нет! Ну-ка. Ехать задом, либо от первого лица. Да, я давай, от первого лица, от первого лица, от первого лица, нет. Ехать задом, да. Еще бы чуть-чуть как ехать задом было. Паша, я еду от первого лица. Давай, выбирай ты тачку, какую будешь сегодня тестировать. Так, ну у меня есть тоже наказание, и я да, возьму, есть наказание. Наверное, вот этот мусоровоз, смотри. Он серьезно, говорит, мусоровоз? Даже. Да, он легкий, ты че? Ну, не знаю. А прикинь, там мусора целая куча в нем набита, и он тяжелый. Надеюсь, а вот я посмотрю, он у тебя не открывается. Ладно, давайте достаем для Паши рулетку, и опа, все, крутим на счет три. Раз, два, три, погнали! Давай, наказание для Паши. Давай. Блин! Проколоть колеса, пожалуйста. О, тут нету мусора, смотри. Где? О, реально мусора нету. Итак, тебе самый тяжелый... Самый тяжелый транспорт! В смысле? Новое наказание выпало, ребят! Самый тяжелый транспорт! О, я знаю, что это такое, Паша! Садись-ка на БелАЗ! Да, блин! Ребят, это эпик! Сейчас Паша придется на БелАЗе ему преодолеть вот это водное испытание. Ну, ребят, это именно вы предлагали в комментариях новые наказания такие, и я добавил такое новое наказание, самый тяжелый транспорт. Ну, че, Паш? Ну, давай, поехали! Это жесть! Ты в 20 раз больше меня, мне кажется. Да, ладно, реально. А у меня какое наказание было, не помнишь? У тебя было от первого лица, от первого лица. А, от первого лица, точно, ребят, все. Включаем лицо от первого лица и погнали. Вот, ну-ка. Давай. Только ты не едь, а то я там... А я ничего не вижу, Стой, где я? О, я на задних колесах ехал. Стоп, ребят, я ничего не вижу, только небо вижу. У меня тачка наклоняется вверх. Ребят, а как ехать-то? Я не знаю, я вообще ни хрена не вижу. Паша, я вижу только небо. А вот я могу в бок смотреть. Так, смотрим в бок, ребят. Главное смотреть в бок, чтобы я реально не утонул. Ай, я тону, кажется, или нет? Давай, так, ни хрена не вижу. Подожди, пытаюсь по левому стеклу регулировать тебя. Да утони ты, ё-моё. Охренеть, ты видел, как я проехал? Ты ребят, проехал? Мне казалось, я наполовину в воде ехал все это время. Это жесть. Ну, Паша, давай, мне интересно, как ты поедешь. Слушай, давай. Я тебе советую разогнаться, вот самую максимальную скорость взять, давай. Давай, давай уже поздно, давай. Мне кажется. Газуй, газуй, газуй. Тихо. Серьезно? О, серьезно? Еду. Ну-ка, давай, давай. Охренеть, он сейчас проедет, смотрите. Я это жесть! Ребят, я обожаю вас, что вы такие обалденные наказания придумываете. И хорошо, что оно мне сегодня не досталось. Ну смотри, Паш, у тебя один балл также остается, а у меня прибавляется плюс один. Погнали к нашему четвертому раунду. А вот, кстати, ребят, я напомню, что у Паши опять продолжается рулетка с наказанием, так как он утопил свой БелАЗ. Давай, Паш, ты первый выбирай тачку. Я беру Оптимуса Прайма. А, Оптимуса Прайма. А что, мусоровоз перехотел брать, что ли? Давай, Оптимус. Окей, окей. Ну, ребят, смотрите, Паш сказал, что мусоровоз довольно легко проедет, поэтому, знаете, я поверю ему. А, подожди, я тебе забыл рулетку крутануть. Ну-ка, тормози, Оптимус Прайм, блин, подожди. Блин. Так, раз, два, три, крутим. Так, сейчас, прикинь, ну-ка, трансформироваться в этого, в робота будет все наказание. Ну, такого у нас нету, ладно. Итак, поменяться тачками, ехать сбоку, либо выбор Алисы, либо опять самый тяжелый транспорт. Ну-ка. Выбор, пожалуйста. Алисы! Ну-ка, Паша, да паркуйся обратно, боишься. А мы сейчас подключим Алису. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну-ка, восемь, девять, десять. 10 автомобилей. Спрашиваю у Алисы, что она тебя выберет. Алиса, ну-ка, назови Алиса, число давай. От одного до десяти. Алиса, давай-ка мне какой-нибудь, ну не знаю, Оптимус Прайм обратно. Восемь. Восемь! Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. О, инкассаторская тачка! Блин, ну смотрите, неплохо. Блин, я даже не знаю. А теперь мне что брать? Мусоровоз? А давай-ка я Оптимуса Прайма выберу, раз ты его захотел выбрать. Все, буду Пашины тачки специально забирать. Как, блин. Давай, Паш, ты едешь первый, так что можешь отправляться. Что стоишь, ждешь? Не знаю. Ладно, я поеду. Ну, а я на Оптимусе поеду. Давай. Блин! Раздом! Кстати, инкассаторская тачка очень хорошая. А ты нифига, ты тут летать научился, что ли? Да, ну-ка, давайте проверяем, как быстро он доедет. А ты чё мне бревна перевернул, охреневший? Смотрите, реально бревна мне перекособочил. Так, тихо, ну чё? Ну я еду, пока что нормально. Да ладно, вообще отлично проезжаешь. Да, вот, тихо. Ладно, ребят, я тоже предлагаю стартануть. Итак, готовим. Давай, Оптимус, у тебя нормальная мощность. Ты тем более автобот, ты землю защищаешь. Да он ребят, тяжел, давай. Ты чё? Давай. В смысле, а нафига ты его выбирал тогда? Нет, слушай, Оптимус Прайм нормальный. Чувак на лодке, здоровый. Турист какой-то. Ой, а бревна-то сзади тонут. Ребят, а вот тут жесть. Ты чё тут бревна расфигачил? Ой, я добрался до своего КамАЗа. Блин, ребят, чуть-чуть опять не доехал. Получается, теперь у меня снова добавляется наказание, а Паша получает +1 балл. Ну и погнали к следующему раунду. Я весь уже промокший, мокрый, ребят. Это жесть какая-то. А Паш, ты куда делся-то? Смотрите, осталось у нас 1 тачка, 2 тачка, 3 тачка, 4 тачка. Блин, вот это точно не хочу брать. А чё у него 2 открыто? 4, 5, 6. Так, 8 тачек. Блин, ребят, давайте все-таки, знаете что? Вот Паша говорил, мусоровоз хорошая машина, поэтому я заберу мусоровоз. Давай, мусоровоз. А теперь крутим мне рулетку. На счет 3. 1, 2, 3, погнали. Давай. Задом, рулеточка. Нет, только не задом, это жесть. Да, проколоть колеса, давай. Мне кажется, лучше будет. Итак, выбор соперника от первого лица. Либо. Что это такое? Либо я читать разучился, либо написано 10 миллионов джелу подарить. Охренеть, ребят. 10. А, это 10 тысяч лайков, наверное, чтобы вы написали. Точно, 10 тысяч лайков. Мне выпали 10 тысяч лайков, Паша. Какие 10 тысяч лайков? Да блин, ты откуда? Знаешь, у меня ехать задом выпало. Охренеть. Давай, бери себе тачку, на которой ты поедешь. А я возьму себе. О, блин, я не знаю, что себе. Давай, думай внимательно. Я предлагаю трактор. Трактор? Ну, я возьму вот этот БелАЗ, смотри. БелАЗ? Серьезно, БелАЗ? Он маленький. Еще ну, ребят, проверим, как Паш ДМ поедет. Ладно, я поехал. Блин, ребят, я вот ставлю 100%, что я не проеду. Давай, оп. Ой-ой-ой, стой! Надо с разгона, Паш, надо с разгона, только ты дай проехать. Давай. Все, короче, максимально заднюю скорость врубаем. 1, 2, 3. Газ, палас, газуем. Давай. Все, разгон. И, ребят, давайте, оп. Да. Потонул. План Б нужен. Новая тактика, ребят, меня Паша толкает. Надеюсь, получится. Воу, нифига подлетел. Ребят, едем задом. Мусоровоз. Охренеть, реально получилось. Давай. А что там с бревнами? Нет. Ребят, я должен прыгать. Оп, идеально. Нет, тут бревна кривые. А я тебе дырку сделал зато. Давай, Паш, тут дырка теперь появилась. Блин, не доехал. Не, ну задом на мусоровозе это самое страшное, что может быть. Блин, дайте меня вынести. Давай, Паша. Давай, я поехал. Что это? А что это такое-то у тебя? БелАЗ или как это называется? Давай, тарантайка. Он, блин, тонет вообще, как не знаю. Да, понятно. Хороший выбор, Паша, хороший выбор. Далеко ты точно не уехал. Ну что ж, ребята, остается у нас также тачки наши вон там на нашей базе. По 2 балла у Паши, 2 балла у меня. А мы получаем снова по наказанию. Ну и погнали к следующему раунду. И теперь, ребят, вы посмотрите, сколько тачек у нас остается. 1 трактор, 2 тачка, 3 тачка, 4 тачка, 5 тачка, 6 тачек. 6 автомобилей. Это жесть. Паш, ты первый, давай выбирай тачку, которая тебе нравится. Ну блин, мне кажется, самый маленький это трактор. Нет, вот этот маленький. Я только хотел его забрать себе, блин. Я надеюсь, что ты его не возьмешь. Ну и давай тебе наказание выберем. 1, 2, 3, погнали. О, задом на тракторе, не хочешь покататься? Нет, не хочу, спасибо. Задние колеса большие, смотрите, ребят. Ладно, проколоть колеса, заморозка, выбор соперника от первого лица, либо... Ну-ка. Давай, чуть-чуть, еще чуть-чуть, крутись, что? Крутись. Нет, чуть-чуть, ехай бы задом было. От первого лица ты едешь, от первого лица. Если что, Паша, придется вот так вот ехать. Ну что, Паш, удачи. А, подожди, я тебе. Ну, слушай, раз ты трактор забрал, то я выберу. Вот, тут еще маленькая тарантайка есть. Ребят, давайте ее вы... А ну, что это пулеметы? Нифига себе, я не видел, что тут пулемет есть. Ну и, ребят, крутанем рулетку. Бам-бар-бам-пу. Ну-ка, что там? У меня вот такая тарантайка. А прикинь, проколоть колеса будет, пожалуйста. Проколоть колеса. Да, нет, у меня колеса даже нету, смотри, у меня гусеницы. Так, заморозка. Либо.
Выбор соперника! А что ты меня выберешь? Ой, я знаю, что я хочу. Вот эту красненькую штучку хочу. Красную штуку? Да. Ты что, прикалываешься? Я на красный тара... Ребят, он меня хочет... Он хочет специально, чтобы я проиграл. Ты издеваешься? Да, естественно. Как я на ней проеду? Ладно, ребят, давайте поможем Паше заехать. Паша, я тебя подтолкну, не переживай. Иди сюда, я бурилкой тебя толкну. Я от первого лица еду, ты от первого лица едешь, точно. Так, давайте посмотрим, насколько хорошо Паша проедет от первого лица. Так, давай. Нифига непонятно. Да, а я все вижу, знаешь? Ты там рыбок не разглядываешь, слушай. Пипец, просто что за фигня? Блин, ребят, мне кажется, перед на этой штуке нет смысла ехать. Я попробую задом проехать. Вот, может быть, получится. Ладно, буду надеяться. Раз, два, три. Погнали, давай, пожалуйста. Задом ты проедешь, ты проедешь. Бурилка, ты сможешь, бурилка, ты сможешь. Давай, бурилка, бурилка, есть. Да, ребят, это жесть. Нафига ты меня выбрал, Паша? Ой, я твой трактор встретил. Это самое короткое наше прохождение, ребят. Такого еще никогда не было. Смотрите, у нас уже половина тачек в коллекции тут стоит под водой. Ладно, мы каждый получаем по одному наказанию и переходим к предпоследнему раунду. Ну и, ребят, вот он наш предпоследний раунд. Блин, осталось у нас поезд. Остался у нас, получается, вот эта штука. Я эту штуку не знаю, брать, не брать. Слушай, знаешь что? Я подумал так, что поезд, мне кажется, это ж Бигфут. А Бигфуты всегда проезжают. О! Как это я могу пробегать? Ого, нифига. Я могу даже тачку ремонтировать, не поднимая ее никуда. Смотри. Все, я забираю поезд, Паша. Да, я забираю... я сел сразу в него. Все, поезд у меня. А ты что берешь? А я беру, блин... смотри, вот у этой тачки очень много колес, и поэтому я думаю взять эту гусеницу. Кран берешь? Да-да-да. Ты издеваешься? Ребят, это жесть. Ладно, давайте крутаем рулетку для меня и для Паши. Я первый, так что погнали. Итак, надеюсь, мне выпадет хорошее наказание. Вот, знаете что, поезд, мне кажется, идеально проедок. Я пока выровняюсь. Наказание от первого лица ехать задом, либо... От первого лица, пожалуйста. Давай. Нет, да, ехать задом. От первого лица. Ну-ка. Ой. А у меня что? Ой, а у меня-то кабина маленькая. А как я поеду? Я не знаю, давайте Пашу крутанем. Раз, два, три. Давай, крутится, вертится. Блин, надеюсь, тебе тоже от первого лица. Смотрите, два водителя, блин. Так, Паш, я тебе говорю, у тебя тачка называется, знаешь как? Ну поменяться тачками? Нет! А, ехать сбоку. У тебя, походу, ехать сбоку, давай. Блин, фиговая. Ехать сбоку, Паши. Ну все, ребят, мы погнали. Раз, два, три. Ребят, это жесть. Я боюсь ехать от первого лица. Давай, так, газуй. Главное, ровно ехать. Итак, это страшно. Ты там говори, я проезжаю? Ой. Нифига, меня шатает, я как будто на корабле еду. Ребят, это жесть. Вроде еду офигенно. Давай. Так, что ты происходит? Тонешь? Что? В смысле? Я тону? Нет! Я почти доехал уже! Стой! У меня настолько большой поезд, что, походу, утонуть не может. Давай! Едь, ты сможешь! А я заглох! Я понял, ребят. Выплываем наружу и, получается, ждем, как Паша проедет. Давай, Паша, на своей трандайке. Я газую! Ты едешь сбоку по бревнам, но у тебя тут сюрприз один будет. Окувай! Давай, Паш! Ты сможешь! Пожалуйста, едь! Понял. Блин, ты даже до сюрприза не доехал, тут такая-то... Это бассейн такой образовался. Ну все, ребят, остается последний раунд, погнали выбирать наши тачки. И теперь, ребят, получается, остается у нас два автомобиля. Давай, Паш, что себе берешь, левую либо правую, какую? Я думаю взять правую, потому что у нее большие колеса, да? Серьезно? Я думал, ты левую выберешь. Ну ладно, раз, два, три, рулетка для тебя. Блин, ребят, рулетка, я говорил, самая жесткая сегодня челленджи это для этих тачек, это именно рулетка. Я даже не понимаю, как они вообще могут проехать. Так, у тебя, знаешь что? Ну, че у меня? Тебе очень понравится. У тебя ехать сбоку. Ехать сбоку, прикинь! Опять снова! Охренеть, ребят, я забираю себе вот эту тарантайку, получается, а только она мне остается. И давайте крутанем. Бамба, Лейла, погнали! Ну-ка. Все. Ну, а вы, ребят, напоминаю, можете в комментариях написать, какие тачки нам протестировать в следующем видосе по экспериментам. Может быть, когда-то мы тестировали только русские тачки или только американские. Может, только суперкары, а может быть, только, я не знаю, какие-то реактивные машины. О, я тоже еду сбоку, Паш. Поздравляю! Реально? Мы оба едем сбоку. Давай, ты первый, я посмотрю на тебя. Я еду первым. Ты едешь первый. Я пока сильно разгоняться не буду. Пожалуйста. Нифига. Ой.
Да, один коржик, пожалуйста, посмотрите. Что за тачки фиговые? Это жесть, ребят. Давайте я подожду, пока бревна чуть-чуть выровнятся, всплывут от пажи, и тогда возьмем максимальный разгон. A few moments later. Вроде ситуация стала получше, ребят, так что можно рискнуть. Все, пока что счет 2-2, надеюсь, у меня получится. Так, давай, аккуратно давай, заезжаем. Давай, и Лёка, теперь газуем на максимум. Давай, 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 давай. Газ, полаз на максимум. Ребят, я проеду. Паша, ты что тут ковыряешься? Это все Паша виноват. Тоже бревно, блин, тут ходячее. Где я? Я в твой этот БелАЗ, блин, залез. Ну, ребят, это самая минимально проходимая сегодня у нас получается серия. У нас только две тачки добрались до самого конца. И всю серию мешали нам наказания. Ребят, кстати, можете в комментариях также написать новые наказания. Может быть, мы заменим такие жесткие наказания, типа ехать сбоку, и потому что кто едет сбоку, тот всегда тонет, походу. Ну, ребят, так что давайте, пишите в комментариях новые наказания. Я буду обязательно благодарен вам, поставлю вам сердечки. А также можно написать тачки. Ну, а мы с Пашей посмотрим, кто из нас победил. Хотя все видно, 2 балла у каждого. Сегодня у нас, ребят, с Пашей получается дружная ничья. Победила дружно. Давненько, кстати, такого не было. Ну, а с нами сегодня был Джел Флэзин. Ребят, если вам понравился такой ролик, поддержите его лайкусь, мне будет безумно приятно. А также не забудьте написать свой комментарий. Он для меня тоже очень важен. Ну, а с вами были мы, ребят. Всем удачи, ребят. Всем покедова. Всем пока, народ.